Всем привет, Днепр на связи. Вот у нас, друзья, и вечер. Как ни странно, сегодня без дыма, без запаха гари. И это радует, да, как в анекдоте. Услышали запах гари, затем в бар зашел сам Гарри. Что вообще по обстановке, друзья? Ну, не сильно весело. Никополь в течение дня, тяжелая артиллерия и дроны камикадзе, ну, сказали, что без потерь, особо ничего не описывали. И признали прилет, вы знаете, удивительно, обычно ничего не говорят, как-то оно все замалчивается, а тут сказали, что сбили ракету в Криворожском районе и случился прилет. Прокомментировали, что, слава богу, никто не пострадал, последствия уточняются. Это как раз тот второй взрыв, который слышали в Криворожском районе. Что еще из интересного? Сейчас я читал. Зеленского спросили, что он может посоветовать харьковчанам, которые выехали, стоит ли возвращаться. Он сказал, что рекомендовать возвращаться не могу, так как считаю, что Харьков недостаточно защищен. А так, конечно, это личное дело каждого. Это выбор, возвращаться в родной город или нет. Зашибись. Наверное, еще и выбор, как оно называется, выехать из страны или не выехать. Это у нас свобода перемещения. Хочу, выезжаю за границу, хочу, не выезжаю. Ай-та-та-та-та-та-та. Так и живем. Что еще? Сейчас ВТБ за хлебом, масло, все банально. Не знаю, как-то настроение. Совсем исчезло куда-то новогоднее настроение. Как-то так оно все надоело. Поэтому будем сейчас смотреть театр. Вот я хочу посмотреть театр. Есть у меня отличные кадры, как по мне. Это театр Шевченко. Это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Шикарнейшее, просто шикарнейшее представление, от которого я балдю. Я уже был, наверное, раза 4. Разные составы посмотрел. Мне очень нравится. Надеюсь, понравится и вам. Так что в конце этого ролика мы с вами смотрим театр Шевченко. Надеюсь на вашу поддержку. Пальчик вверх. Все дела. Ой. Ветер поднялся прохладный, блин, так не сильно приятно. Зыбко. Мальчик как на самокате летит. Вот дает. Каскадеры, каскадеры, мы у случая, это там-то-то в гостях, это наша судьба, жить не можем иначе. Ой, блин, живите, прилет в Криворожском районе, что творится. И сейчас тревога, активна авиация, еще говорят, что есть угроза применения беспилотников ударных. Это угроза. Она у нас пожизненно все время. Когда народа куча. Опа. Пить есть. Короче, яблоки вошли в коалицию с апельсинами. А, это мандарины, только другие. Это вы не те мандарины. У нас были муркоты. Короче, новые мандарины вместе с яблоками вытеснили старые мандарины и апельсины. Вот дают. Что творится, блин, блин. Опа, оболонь. Опа, ситро, гляньте. Вот это нормалек. Блин, надо было брать это. Ай, сейчас вернусь. Это прикольно, баллон. Это неплохо. А где, где, где? О, пиво завезли, гляньте, сколько. Так, а где тележки все? Ну что, офигели? Ну что, офигели, ребята? Я обалдю, я в шоке. Надо пройти пол этого. О, видби, говорят. Тут уже и шмотки продают. Вот дают. Шмотки продают. Ча-ча-ча.
Колонна. Тут еще дискотеку молодежь устроили. Так, опа, все, труба. Скидка, наверное, да, что так разлетает. Вроде небольшая, нафиг оно надо. Так, а что у меня? Хлеб, масло. Хлеб, масло. Куриные каяки. Светки соколовой. Светки соколовой. Ладно, наследство тебе, женщина. Выбираю, чтобы два-то было. Тут еще есть какое-то... А, блин, сейчас по маслу я успеваю другой прикол. Сейчас я зайду в одну точку. Сейчас я кое-что попробую. Там, короче, что-то находится. И сам не знаю, что. Все прервалось. Пора на пенсию. Хлеб черно-баевский, душенька. А что мне надо? А что мне надо? Да только свет в окошке. А что нам снится? Что кончилась война? Куда идем мы? Туда, где светит солнце. Вот только, братцы, добраться до темна. Выдох, вдох. Тяжело дышать. Я мой герой. Да нелегко хватать. Это... Ну, мало, короче. Где добро, где зло? Та-та-та-та, хлеба, да-да-да-да-да-да-да-да. Не кричи, мальчик, не кричи. Ну что, друзья, всем хорошего вечера, все. Я устал, я ухожу. Спасибо за внимание. Целую, люблю. Бувайте. Сколько здесь прихожан ног. Вы знаете что? Приходите ко мне причащаться. Я вас потом исповедую. И вы приходите, только без него у нас святой. Сами приходите, вас исповедую. И вы приходите. Я вас потом еще и в горе возьму к себе. Салаха! Салаха! Сиди тихо! Не во имя пятки, а храбрости ради. Аминь. Салаха! Салаха! Иду, иду! Шалом! Йосипе Никифоровичу! Проходьте! Совершенно радий видеть вас, благодетельственная Салоха! Салоха, прекращайте вот эти маневры, а то мне укачивает. Салоха, это вам, казенный кого? Дякую, дякую. Салоха, как вы взбудоражили мою нервную систему. Я себе не Киевовичу. Ви ж наче в того стей чекали. Я чекав, а знаєте, мені, наверное, злякалися нерюхи. Та я не злякався, і мить у клам на крилах любви примчався. Ой, а як же ваша жінка? Відпустила? Пошла вона, знаєте, до куми. А я тейто. Митюк вам, ну навіщо не згадати про мою жінку, га? Вічно забурчить, вічно усе недовольна. Якщо б не ви, люб'язніша Салоха, да я б у монастир пішов. Та там таких, як ти, вже дівати нікуди! О, Господи, ти Боже мой, а що? Чого ж такое, Салоха? Як що? А хіба не бачите? Рука! Рука, Господи, ти Боже мой. А вот так, ну що у вас такое, а?
А це шия. Шия. Господи, залога, яка у вас лепидячая шия. А вот это на шее красненькое, что такое? А на шее намысто! Намысто, опять вот эти ваши маневры, залога. А вот это что у вас такое? Куда лезешь, картавый? А то еще помрешь от инфаркта миокарда. Я пропоную вам любовь, любовь свою, любовь душевну и такую, такую чудесную. Принадлю ваши пожелания, дорогие, я ароматных и шось незразумилое, а поцелунок ваш и грешный, и грешный святый. Ну что зробити, чтоб мене вы полюбили? Залохо моя милая, залохо, мені без вас погано, і так того щемить, і я помру. Когда-нибудь, позвольте же припасти к вам на грудь. Заради вас, я согрешу, я согрешу, я разіб'юся вам кришталь, та з вами буду. Їдь до мене, я гріхи, вам отпущу, вам отпущу. А вже на завтра все забуду. Залоху невсравненна я, залохо. Мені без вас погано і так плохо. Ще бить, і я помру. Когда-нибудь, позвольте же припасти, когда-нибудь. Залога! Я кушу лога! Позвольте же припасти к вам на грудь. Залога! Ой, залога! Вечиняй, Салоха! Стукают! А что будет, если застукают особу моего духовного внимания? А если дойдет до моей сынки? Да что там до сынки? Если дойдет до Паши Мерседеса, Салоха! Я себе не кайфаровичу! Салоха, хавай меня! Салоха! Сюда, да, сюда! Була б я краще я, Маруся вишеновкою, чи я хлоприна і сварлива, і дурна. А я йду селом, родою немаголою, щоб залишилась я на вік. Десь блукає ще, ой, лишенько, невже це я колись комусь віддам дарма? Андрію Миколі ніколи нікому не кидай панас, карпоські матрас, свічу я вакулі гарне. Thank you.
така плавна хода. А як милуватиметься мною мій чоловік? Чудна дівка. Уже годину дивиться в зеркало і не надивиться. Ще й вихваляє себе. У мене сорочка вишита червоним шовком. А які стрічки на голові? Вами повік не бачити кращих та багатших. Цього всього накупив мені мій батько, щоб одружився зі мною найкращу парубок у світі. Нема дурних! А ні, один вже є. Ой, хто тут? Ти? Ти чого сюди прийшов? Чорні
Дякую, Микола, повісився! Так, щоб тобі голівки не захотіли запити, Тарас Янюко! Меня с народом, которого я доселе не знала. Вас
здесь принимают? О, спасибо, троян дают хороший. Хороший. Хоть на тутешні барани, но не ті, що у нас на Запорожі. А нічого, якось не живемо. От спочатку хотіли зводити проти нас фортець. Потім хотіли повернути нас в карабінери. Потім ще якась напасть. Та хіба ж ми не тримали руку поганого татарина? Хіба погоджували з чимось із Турчином? Хіба зраджували цариці тілом або помислом? Хіба не наші хлопці перевели твоє місько через перекоп? О! Чорт! Я не пойму, чого ж вони все-таки хочуть? Тепер проси. Ваша царська величність, не веліть карати, а веліть помилувати. З чого не в гнів будь вашій царській милості сказано, зроблено черевички, що на ногах ваших. Я думаю, що жоден швець у жодному королівстві на світі не зуміє такі пошити. Це ж які повинні бути ніжки для таких черевичків. Я думаю, що принаймні з чистого цукру. От якби моя дружина там взулася в такі черевички. Посмотри на меня. О, какой хорошенький парубий. Парубок. Я парубок. А мне нравится твоя прямодушность. А что? У твоей фрау тоже красивые ножки? Хвали її ніжки. Ну, фрау, звичайно, красиві. Але ж хіба ж вони можуть порівнятися з царськими? Что ж, если ты хочешь иметь такие же черевички, добре. Мне несложно это сделать. Принесите сейчас же самые дорогие, вышитые золотом. Очень остроумно. Бідьте ж. Боже ж ти мій, яка краса. Дякую вам, ваша царська величність. Auf der See. Холоп. Чина. І вас зі святом. Молоток. А тебе ясновельможний. А ще поговоримо з тобою. Ти гуляла в цілу.
моя мила зірань ти спила. Все, что скажу для тебя, люблю. Ты на них и любишь.